Так, всем привет. 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 Хорошо слышно, видно, ребят. Лёшка, да ладно, какие люди, привет, привет. Добрый вечер, да-да-да, здрасте, здрасте, кто это? Это никто, это Самсонов. А это его жена, Юлечка, да. Привет, ребят. Сегодня мы хотим с вами переговорить на ту тему, которая волновала больше всего меня все эти 4 года. Вот, поэтому давайте, наверное, начнем с Лёши. Лёша хотел с вами пообщаться на эту тему. Друзья, кому интересно, это касается темы, так сказать, на меня, да, Ирина Александровна, которая у нас всплыла на проекте, да, 4 года назад. Вот, а тема того, что, как говорили, там было у нас что-то или не было, ну, видите, что пишет? Угу. Надо блокировать, я думаю, сразу. О, кто будет писать сейчас гадости, будем сразу же блокировать. Хрен больше зайдете в перископ. Вот, хочется сказать, что это все на самом деле вранье и неправда, потому что проект — это не только там жизнь, да, на проекте, но там, опять же таки, есть небольшой сценарий, так сказать. Вот, и из-за того, что у меня... Пить хочу. Из-за того, то, что у меня не было давно отношений на проекте, да, там, соответственно, редактора ко мне подошли и сказали о том, то, что нужно что-то делать, и предложили мне такую тему, затронув Ирину Александровну, да, и Ритку. Вот. Сказать, что с Ритой у нас были отношения, я это сказал, да, что мы там типа спали, вот, по желанию продюсеров, и, соответственно, им, видать, этого было мало. Они попросили сказать это на Ирину Александровну вдобавок. Я это все сделал. Мы тогда были в ссоре. Да, мы тогда были в ссоре, тем потому более. Потому что я заступалась за Риту. Да, да, то есть я из-за того, то, что я сказал, что у нас с Риткой что-то там что-то был, там секс там или еще что-то. Вот, Ирина Александровна возмутилась по этому поводу. Вот, я ее понимаю. Вот, и мы с ней, в принципе, разругались. Вот, сейчас нам здесь счет принесут. Спасибо. Спасибо. Вот. И мы как бы на этой почве разругались, потому что я считаю, что любая мама будет заступаться за своих детей любыми способами. Вот. Поэтому... в тот момент... Вот так вот я неправильно поступил, потому что все было обманом. То есть ко мне подходит Евгений, да, Кузин, и говорит, ну, то есть нас, так сказать, редактора проекта нас развели, как лохов. Вот. Ко мне подошел Кузин, спросил, сказал о том, то, что Ирина Александровна сказала, что вот у нас там что-то было, и на протяжении всего времени, сколько у меня будут новых отношений, она будет говорить всем девушкам, что у нас что-то было, чтобы я ни с кем не строил отношения. Я на этой почве завелся, то есть сначала не поверил абсолютно, потому что мы дружили, вот, сколько меня Ирина Александровна кормила, поила, вот, я, в принципе, не мог этого сделать, но очень много вранья навалилось, я как бы пришлось эту тему отыграть, вот, и на детектор, у нас детектор был, потому что многие, наверное, скажут о том, что детектор же подтвердил, я пошел на детектор с одним условием, что он скажет так, как нужно, то есть купленный детектор, вот, поэтому, вот, Ирина Александровна здесь. Привет, ребят. Да, поэтому, как бы, все это вранье, все это неправда, вот, потому что многие люди задают вопросы такие, да, на улице встречают и говорят, было или не было, как, ну, это уму непостижимо, потому что у всех есть мать, у всех есть бабушка, у всех есть жена. И поставьте, как бы... Заплатила тебе, видишь, пишет. Хочешь очистить, ну, заплатила Самсонову. Нет, у меня хорошая зарплата, у меня отдельная семья, у меня вот жена красавица рядом сидит. Ну, как красавица? Нет, красавица, красавица. Вот. Мне никто не платил, я в деньгах не нуждаюсь абсолютно. У меня официальная работа, я работаю, зарабатываю. То есть взяли квартиру, взяли машину, все хорошо. Поэтому
То, что я увидел недавно эфир, то, что мама... Как маму зовут? Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна, да, Африкантова, которая мама этой Марины Африкантовой, да, несет полную чушь. То есть у человека, да, неадекватный человек, с головой проблемы. Вот, поэтому хочется расставить все на свои места, да, и вот... Я Ирине Александровне посоветовал, я не знаю, как она поступит или не поступит, да, я посоветовал в суд подать на Татьяну Владимировну, вот, чтобы за клевету абсолютно, никаких доказательств, все, что было сказано в сторону Ирины Александровны, никаких доказательств нету.